А мы возвращаемся в наш турнир, второй раунд. Сейчас будем смотреть Ахфу против Хаммер 0077. Обоих игроков оказались шаманы, и они не в бане. Мы посмотрим на целых два шамана, давно не видели. Шаманы — это топчик. Это суперская эволюция. И не только. Так. Что у нас получается с колодами? С колодами надо искать. Ищи. Ладно, давайте, да, не будем заниматься ерундой. Да, и... зачем смотреть колоды? Какая ерунда вообще сейчас да. Колоды еще смотреть? Ну, думаю, что это стандартно. Зоок. Вольф Шаман и Джей Друид. Думаю, это будет так. Лена, а у тебя какие мнения по этому поводу? Ну, я думаю, два токен шамана будет. Эвольф, Девольф. Эвольф, Девольф. Ну, что-то игроки у нас даже не в дуэли еще. О, я написала, вроде стартуйте, даже они хотят дуэль заходить. Хаммер готовится сразиться с другом, а Ахфу нет, это как так? То есть, да, находится в режиме игры. Скорее всего, это, мне кажется, немного... Клиент опять. Да, скорее всего, это клиент опять ХС немножко шалит. Он находится в режиме игры. Интересно. Интересно. Сегодня какой-то день, знаешь, такой неожиданных багов. Неожиданных, ну как сказать неожиданных, стандартные баги просмотра у Blizzard. А, вот теперь готовится сразиться с другом. Ну, еще раз напишем. Все, стартовали уже, ребята. Стартовали, ура, не сделали это. Нет, не стартовали. Не стартовали. Хаммер стартовал. Хаммер, возможно, с кем-то другим начал играть. То есть... Как я написала, уже стартуйте, все. Можно заходить. Сегодня какой-то, мне кажется, день. Либо уже под кобальтом готовятся, знаешь, такой наплыв опять людей. Наплыв людей, Хардстоун лагает, не выдерживает. Да. Так, и Хаммера. О, у Ахфу мне прямо нравится. Пока что стартик. Я хочу это, картонки заменить. Не заменяются что-то. Не, ну почему? Дрянные каторжники, я думаю, только заменить. Зелье против шапки. Ну, хотя... можно, но не знаю, мне не нравится просто, когда спелл лежит в руке, когда тебе нужно первый, второй, третий ход желательно ставить существо, у тебя в руке спелл лежит за три маны. Топ-дек. Ну, топ-деком он... Это главный скилл игроков. Он неплох. Или ты имеешь в виду топ-дек каждого дропа по мане? Да, именно так. Ну так, конечно. Дринеев, кстати, шаман вот оставил Дринеев. Заменил зелье, смотрю. Он прямо заменил, как я хотела. И получил фигню. Он будет топ-декать. Он же скилловый. Ладно. Мы же уже решили, что топ-деки. Ну, у шамана старт, в принципе, такой, ну, так себе. Как бы есть красный тотем. Есть оружие, но при этом нечего ставить. О, ну пойдет, кстати, на второй дроп пойдет, на второй ход. Первый дроп. Ну да, неплохо получается, то есть. И следующим как поставит птенца и получит инволюцию, наверное. Ну придется отдавать инволюцию, если поставит птенца. А тут еще и глазастик подъехал. Ну сейчас определенное оружие мы забираем. Ну тогда, если глазастик, то и инволюцию не надо будет тратить. То есть монетка можно и через... А, ну да. Можно даже... Вообще через портал потом будет забирать. Ну, сейчас посмотрим. Через портал, кстати, да, все зачистит. 1-1 останется. Ну, если не тратить монетку. Ну, если не тратить. Сейчас посмотрим. А он сам разменивается. А можно... Нет, а там заролить нельзя. А сейчас... Я что-то давно бронящихся сержантов не видел. Их, я думал, заменили на девочек, которые... Которые 2-1 и плюс 1 к атаке, да.
Потому что они бафуют не на время, не на один ход, а на все время. И у них статы 2-1. Сержант такой послабее стал, конечно, просто нерфа. Неплохой, кстати, вариант получился. Вообще идеальная чистка стола через тотем языка пламени. А тут у Варлока нет ухода. Придется флэштаб такое... делать. Медленно все получается. Да, сержант вот этот сейчас так плохо смотрится. Девочка 2-1 все-таки, он его еще ставить не стал. Ну, да, конечно. Неприятно, но... Ну, на 3 зим, 2 хода подряд, в принципе, смотрится неплохо. Но там есть ответ. Наверное, это будет или портал. Через портал можно забрать, можно через нефритовую молнию, но мне не очень нравится ход, потому что 1 хп-то остается, ты все равно отдаешь Дринея. Мне кажется, лучше было отдать портал в таком случае. Ну, смотри, тоже неплохо получается. То есть сейчас то же самое, он ставит гадка на Зиму или Комклен, например, красный тотем. Но следующий ход ты делаешь эволюцию с Доппельгангерами. Да, ну мне у шамана больше нравился ход с порталом просто. Ты также отдаешь Дринея, у тебя остается тот же стол, но ты не тратишь молнию. Зачем 4 урона тратить, когда они тебе могут пригодиться? Вот, например, на этого, на 3 Зима. Ну, смотри, сейчас проходит в лицо... И эволюция, все. То есть 1/5 дроп, 3-й и 3-6. Ну да, эволюция сейчас, конечно, хорошо смотрится. Это, я думаю, даже похоронен сейчас Варлока. Ну это идеально, что у него оказались на 6-й ход зашли Доппельгангстеры с эволюцией. Mm-hmm. Не лучшие существа, причем... но против Зулока все неплохо. Ну, кобыла. Все не лучшие. 7-й ход, 2 кобылы в руке. Ну, кобыла, инволюция, и думаю, даже будет ли Тау, возможно. Да, будет. Ну, конечно, если... Ну, он заберет 6-5. Интересно. Таунт. Если таунт, конечно, уберет. Ну, один. Один он забирает. Ну, он может превратить также в таунт, и что? А, ты об этом? Ну да. А, он даже 4-5 прошел. 6. Ну, как раз сейчас ну, если инволюция, да, не дает таунтов, то это победа. А даже с таунтами и красным тотемом может хватит. А даже так с красным тотемом хватает, то есть... Ну, сейчас посмотрим. Смотря, что сделает инволюция. То есть ровно 17 урона. Да, без инволюции сейчас можно. То есть красным тотемом забирать... Ну, с инволюцией это поинтереснее. Интереснее? Ну, так 100%. То есть у него уже на столе. Без инволюции он может зачистить и поставить. Да, посчитал. Посчитал, да, увидел. Поздравляем Хаммера с победой. Это 1-0 в его пользу. Вот интересно, так игроки, когда выбирают такие ники, это какое-то любимое число или, не знаю, счастливое или... Ну, агент 007. Агент 0077. Было занято, Хаммер 007 было занято. 77, ладно. Да, а также кажется мне, что может ники одни и те же быть, то есть... То есть я очень много видел всяких картошечек, там, штанов удачи. Ну, ники, да, могут быть одинаковые. Одинаковые. Просто батлтеги разные. Да, даже батлтеги могут быть одинаковые. Да. Даже так. Даже а так? А ники разные. А, ну это... Такое может быть. Я думал, ты и про ники, и батлтеги, чтобы одинаковые. Я имею в виду цифры. Так, и у нас остался друид от Хаммера. Мы сейчас даже посмотрим, что за друид, подглядим. О, это Биг Друид будет от Хаммера. Вот это интересненько, действительно. Ну, Биг Друид, мне кажется, от шамана может хорошо пострадать. Вот именно от шамана. Ну, если будет хороший старт. А шаман у Ахву, кстати, тоже не совсем стандартный. Саваджа. Он даже подписан. Савижа. Ну, с одним хиксом и с нефритовым за 7 маны. Кто это нефритовый? Не помню, как он называется. Нефритовый вождь. А, да. Это даже Джейд. Нефритовый вождь. Это Джейд. Джейд Элем. Да, но при этом две жажды крови как-то Джей многовато Волк. Смотрится. О, он взял этого шамана сейчас. Мы его посмотрим. У друида, конечно, плоховатый старт для биг друида. Ну. Нужен разгон. Разгон, да. Где разгон? Нет разгона.
Сгонщики и разгонщики. Ну смотри, если сейчас он видит, что это бигдрид, то сглаз здесь может зайти очень хорошо. Ну один сглаз всего, его нужно найти в нужный момент. Ну и всего одно существо законтрит. Ну да, одно существо, молодец, хорошо. Но если только самое важное, да, если вот... смертокрыло, после того, как он сбросит все карты, но там уже есть и шарач, но нет разгона. Золотой стрик, как и смертокрыл, прям извергает огонь из себя. Ну, смертокрыл, да, красивый золотой. Ну, нужно топ-декать буйный рост. Потом нужно топ-декать нефритовый цветок. Потом нуриш в разгон, и все, и поехали, и шарач там. Ну, тут жаль, не будет и шарач, потому что бард не зашел. Ну, смотри, вот ползучая чума очень может решать в этом противостоянии, потому что... Ну да, если не будет инволюции вовремя. Да, причем это... инволюции портала даже, потому что иногда инволюция из ползучей чумы тоже наделает еще не очень приятных существ. Но инволюция уже есть стартовая, и сейчас, наверное, будет просто тотем на второй ход. Да, я думаю, нефритовые когти, потому что тотем просто ставить как-то выглядит немножко... Ну, два урона ты пронесешь, но также если есть гнев, то ты просто красный тотем потеряешь. А сейчас... Ну, я имею в виду тотем обилки героя. Красный нет, не вариант. Тотем обилки героя просто поставить. Ну, стресс. Под нечто. А сейчас уже красный можно даже спокойно использовать. То есть это как раз... А мне не очень нравится красный ставить просто так. Он блокирует как бы ходы, то есть также провоцирует на гнев. На гнев, но четвертый ход у друида. То есть в теории он может вообще два гнева сыграть. Но гнева нет, и он сейчас будет играть в разгон, очевидно, потому что ему зашла четверка. Ну, смотри, сыграет он в разгон, он еще на 6 лет. Вот. Да, ну, зашел свайп. Свайп. И сейчас сложный выбор. Или свайп, или разгон. Да, конечно, будет свайп. Причем я думал, даже тотем не в красный. Ну да, наверное, лучше было мурлоков. А тут хороший топ-дек. Ну, очевидно, пойдут дринеи. Ну, друида надо следующим ходом точно разгоняться. Наверное, даже через нуриш и обилку да? прожимать. Не, или гнефа даже отдавать. Ну да, нуриш, гнев, кстати, тоже действительно неплохой вариант. И потом живую... Ой, ползучую чуму, если что, ставить. Два нуриша даже есть. Ну, нуриш. Разгон. Два кристалла маны и гнев. Куда отдаст гнев? Я вот не понимаю, почему он... Муртиальный тотем не забирает. Как-то так, я считаю. Тотем палеомурлоков. Палеомурлоков, ну это да. Я вот навела, не показала, но я вспомнила, когда навела, что это палеомурлоков. Меня даже... Я думаю, вот инволюция... Эволюция, да. Да, эволюция. Нефритовая молния, эволюция. Хороший ход, хороший темп задает. Главное, чтобы без вестника. Если вестник, все, друид там на радостях, я не знаю, пляшет. О, приятно, очень, очень приятное. Пёрочка. Да, и тройка неплохая, то есть постоянно в стелсе, то есть один размах отдал друид и... Ему очень сложно достать эту плодящуюся единичку. Но с другой стороны, там единичку. Есть чума. А как... с другой стороны, у шамана есть инволюция. Да, ну, посмотрим, как эта инволюция еще сыграет. Она может сыграть. Ну, на трезим, конечно, хорошо стоит. То есть даже не нужен портал. Делает просто инволюцию, и на трезим сам все почистит. Ну, смотри, что может быть минусом? Это... Существо 2-3 неприятно будет. 2-3 существо. Инволюции. Только так. А все остальное, в принципе, терпимо. У него есть оружие, он просто сейчас делает инволюцию, когти. Все, тапчик, все. Ну, сначала инволюцию, смотрим, что придет с инволюцией. Естественно, без вариантов. Причем, не знаю, смотри, он будет сначала зачищать или сразу же инволюцию? Я думаю, сразу же инволюцию, то есть смысл... Ну, конечно, сразу инволюцию. Так. Ой, как отлично. Как отлично одни единички просто разбить 1-1... правую. И все, и весь стол чистится. Хотя 4 единички с предсмертным хрипом самое забавное. Нужно правую разбить единичку. Угу. Да даже 2-3, мне кажется, можно было разбить. А он, смотри, видишь, он не хочет еще на одну ползучую чуму попасться. Ну да, будет неприятно. В принципе, да, правильно. И думает, даже тотем решил не ставить. Ну молодец, молодец. Ползучую чуму отыграл. Сейчас друиду... Ну, похоже, друид
проиграл эту игру, и счет становится 1-1. Да. Что он может делать? Ну, поищет что-нибудь. У него есть броня, но броня за единичку. Так еще разгона под конец прям пришли. Да, вот разгону ему очень медленно разгонялся, поэтому он, конечно, не успел темпу. Если бы зашел разгончик пораньше, он бы, скорее всего, выиграл. Потому что он бы сейчас имел возможность поставить даже смертокрыла. Возможно, нет, конечно, получил бы хекс, но была возможность. Вот тотем полеум уроков, я не знаю, зачем, почему он именно... Ну, не знаю, ну, в нем не менялся. Не факт, что это решило, ну, чуть-чуть бы убавило урон, да. Не факт бы, что это решило в этой игре. Ну, видишь, он как бы темпует постоянно, каждый ход 1-1 мурлоков. Ну да, я тут согласна, что надо было забирать тотем полеум мурлоков. Красный, ну, он стоял бы один на столе, одинокий, никому не нужный. Сейчас мы посмотрим игру Зулок на Биг Друид. Зулок — это тут отличное название у Ахфу. Минус лицо Зулок у него называется. Думаю, ну, такой довольно стандартный. Название говорит само за себя. Да, довольно стандартный, но минус лицо. Посмотрим, насколько колода оправдает ожидания, оправдает название. Ну, смотри, давай так ставочки немножечко проведем. То есть... Мне кажется, если друиду сейчас хорошо разгоны зайдут, то у друида очень хорошие шансы. Тот же самый смертокрыл, либо и шаранж просто похоронит. Минус лицо. Да, друиду нужен разгон. Друиду нужен на четвертый барнс. Вот это очень важно. Найдет барнса, может выиграть игру на четвертом ходу. Плюс у него на восьмой есть драконы, которые также зок не... Да. Очень будет сложно. Ему просто нужен барнс и шарадж, и шараджа, и шарадж, все, выиграна игра. Можно выиграть игру за один ход. Просто поставить барнса. Ну это... такое себе барнс. Вот я его не вижу в колоде. А я, кстати, тоже не вижу. Интересно, есть... у него сборка без барнса. Ну, стрим, ну, значит... зачем тут барнс? То есть он на королича только пойдет. И шараджа вытаскивает. И на шараджа, да. Это единственное только. Как же, если шараджа и шарадж, ну это же... Ну как же, да. Выиграть игру за один ход. Я такое люблю. Ну у него сборочка оказалась без барнса. Говорит, я такое люблю, но такое никогда не получалось сделать. Не, ну на присте, ну бывало немножко. Разочек на чужом присте и то. Ну смотри, сейчас Хаммеру повезло. То есть у него монетка, уже есть разгончик. Есть озарение. Он, в руке. Кстати, играет озарение. Вот это интересно. Зачем? Вот ползучая чума, мне кажется, против Варлока, это прям... Ползучая чуму, да, даже можно оставить, потому что есть разгон. Мне не очень нравится озарение. Мне кажется, можно было даже одно озарение выкинуть и взять барнса, действительно. Ну, барнс мне больше нравится, чем озарение. Ну, барнс существ нет таких, чтобы доставать. По сравнению с новым озарением, барнс неплохо смотрится. Просто если учесть... Старое озарение, да... Очевидно, пусть остается, но новое озарение и барнс. Ну смотри, зато сейчас разгон сразу же. Ну да, можно сразу разгон, но нету смысла, потому что нету следующего хода. Поэтому он пропускает. На следующий ход либо топ-декнет буйный рост, либо все-таки сделает цветок через монетку. Да, скорее всего будет цветок через монетку. Ну причем... и что, надо смотреть, что зайдет. Так, ворог немножко оттягивает. Ну, кажется... я не знаю, почему он не стал выставлять, по-моему, надо было. Да, то есть, мне кажется, тоже будет ошибочка его небольшая. Зачем? Зачем пропускать ход против Биг-Друида? Биг-Друида, да, который... Да, который будет пока каждый ход темповать, разгоняться. Зачем пропускать? Он бы сейчас уже поставил четвертое существо на стол. И вот эти единички бы мелкие разменивались, вот бы с этим 1-1. Вот ну, если очень медленно играет. Кровожадный птенец, то это было бы все. Ну, не знаю, странно. Жадно он как-то играет, мне не очень понятно. Ты же зулок, надо ставить, бить лицо. Какой-то непрофессиональный зулок. Ну, сейчас, да, разбафает. Но надо птенца, думаю. Думаю, нужно птенца. Также ползучая чума будет сразу же. Скорее, ну, не знаю, он... Сразу же вот она будет, не будет. Ну да, ну, поставит. Боится, чуму. Боится. А, две, у него две чумы, да, в руке. То есть... Ну тогда да. Тогда, то конечно. Сейчас 100%. Он выставляется, и еще одна ползучая чума сразу же идет. Да, и сейчас причем придется поставить много существ.
либо Думгвард. Ну, кстати, стоит подумать. Может, действительно сыграть Думгварда лучше. Ну, да, он неплохо выглядит, стражу, но, видишь, ужасом. Он поскидывает много хороших. То есть, то же самое Жокуши. Ну, в идеале. Вот. Беса вот сбросить в идеале. Да, бес было бы идеально. Вот ожог души такое себе. Ну, невозможно сбросить две идеальные карты всегда. Но все равно неплохо. Стол хороший. Даже сейчас чума ставится три штуки всего. Три штуки он это достаточно. Чистит. Почти. То есть, а потом сразу же и кобыла. И... То есть, главное дожить до смертокрыла. До смертокрыла. А смертокрыл убьет. А у него ДК на следующий ход, если что. Если не кобыла, то ДК. Но надо ставить Келисета, двух существ и тапаться. Даже Келисет тап, наверное, и потом уже выставляться. Ну, 5-4 же не в 1-2 разменяется. О, Сержант приятненько. Чистит 3 ползучих чумы. Жаль, еще нету какого-нибудь Лигатлена или... Ну тогда он получит просто ДК, конечно, чтобы он почистил весь стол, он получил просто ДК. Но это все равно неплохо для Лока, он зачистил уже 2 чумы, то есть чумы больше не будет, можно не бояться. Ставить на стол все. Ну говорю, тут Смертокрыл просто может, ну, очень сыграть. Да, Смертокрыл хорошо сыграет, но до Смертокрыла еще 3 хода, надо дожить. Но у него есть возможность, у него есть ДК, есть Лич. Это все надо будет пробить. Ну, не знаю, гнев, по-моему, вот самое. Он хочет на гнев 6-3, 1-1, то есть забрать лицом и 3-1. То есть, ну, также хочется дровнуться. И вот, наверное, вот это его пугает, то, что очень медленно будет вот этот... Именно ну, птенца, да, он птенца не медленно. Хочет разгонять. Ну, понятно. Мне кажется, надо подумать, да, о ходе с ДК все-таки. Ну, гнев — это, по сути, пропуск хода. Ты прожимаешь гнев, обилку, и все. Вот следующий ход, если друид какой-нибудь дракона. Если топ-декнет. Единственное, гнев, да, можно было кто-то вытащить. Потому что ты бы его сыграл на единичку. Ну, у варлока все хорошо. Можно и тапнуться еще, может, еще что-то интересненькое найти. Конечно, в идеале сейчас бы было кобылу поставить, но кобылы нет на 7-й, поэтому мы тапаемся. Наверное, сначала это тапнуть. О, на 3-зим. Приятная пятерка. Причем такая толстая. Да, хорошая. И сразу ставим на 3-зима. Ну, 6-3, да, размен. Лицом в лицо, этими в лицо. И все у него прекрасно. Ну, сейчас, если дракон, конечно, будет, то... Ну, это надо еще топ-декнуть. О, хорошо роляет. Сразу нашел неистовство. Еще что-нибудь. На жизни? На бабл, наверное, даже лучше. Маскировка, ну, маскировка такой тоже. Себе. Ну, тут да, нет вариантов. То есть нет вариантов. Маскировка. Ну, ему нужен, да, только дракон. Вот и дракон. Хороший топ-дек. Просто идеальный топ-дек. Даже сразу не думая ставить дракона, конечно. Ну, дракон немножко меняет ситуацию. Ну, тут тоже приятно. Причем можем взять две карты. Да, две карты да, надо сбросить добирать. Огневичка. Причем обставить огневичка и сбросить маленького огневичка. Нет, ну... Ну что за ошибка? Надо было ставить и сбрасывать второго. Зачем этого сбрасывать? По-моему, это ошибка. Да, такой немножко... Поторопился, поспешил. Ну, мне кажется, тут... Ну зачем так торопиться? Не повлияет. Да, ну все равно надо же делать правильно, он мог поставить. Ну, по мне бы тогда, конечно, на стол Думглад сейчас не влез, но все равно. Ух ты! Вот, а озарение, вот и озарение заходит. Вот это озарение сыграло, да. И вот это камбэкнет друида в игру, возможно, сейчас. То есть сейчас что у нас спасает? Хорошо. Пока ничего, ну, дринеи одни он сбросил. Дринеи им помогут пережить, ну, сейчас надо... Все ставить на стол, просто все ставить на стол, и следующим ходом он убивает. Друида не знаю, что спасает. Таунт варлок, скорее всего, любой пробьет. У него, может, будет чуть-чуть не хватать хп. Но дракон это не то. И друид проигрывает все-таки. В этой игре подвел хаммера, биг друид. Пока что броня будет. Ну, 6 урона там... 3 хп, он еще тапнется, 2 существа, вот так будет у варлока, скорее всего, и плюс тап.
И как раз должно хватить. То есть, урона. Да, он сейчас, по идее, должен убивать 4-6. В лучшем случае, чтобы выживать. Ну да, надо 4-6 скорее убивать. 5-6. Вот он задумался. Потому что он понимает, что две карты будет у Варлока, плюс лайфтап и третья. И в теории это все существа. А если они еще дешевые, то... Все. Но тут заходит... То, что выигрывает игру. Ах, выигрывает этот матч со счетом 2-1. Поздравляем его с победой. Камеру желаем удачи на следующем турнире. Через 2 недельки можно уже регистрироваться. Да, то есть интересные колоды. Регистрироваться, камеру, вернее, можно уже сейчас, а турнир через 2 недели. А мы уходим на перерыв.